Ünlü Türkolog ve Osmanlı tarihi uzmanı Profesör Mikhail Serafimovic Maher'i konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Уважаемые почитатели таланта Назыма Хикмета, уважаемые друзья, я хотел бы сказать несколько слов о том, какую роль сыграл Назым Хикмет в моей жизни. Sevgili Nazım dostları, sevgili arkadaşlar, Nazım Hikmet'in benim hayatımda oynadığı rol hakkında birkaç kelime bahsetmek istiyorum. Вы, конечно, глядя на меня, сейчас не поверите, что я был когда-то студентом Московского университета. И как раз в это время к нам приехал Назым Хикмет. Его беседа в Московском университете на нас, на всех, произвела огромное впечатление. На меня особенно, потому что как раз в это время решался вопрос, чем я буду заниматься. И мой научный руководитель говорил, ты должен стать туркологом. А я говорю, я не хочу стать туркологом, это такая отсталая страна в то время. Она там под властью американцев находится, не хочу я заниматься. Я буду заниматься Насером, арабской революцией. И вдруг вот эта встреча с Назымом, который мне показал, что совершенно другое настроение есть не только у нас, да, но и среди турок. Şimdi beni gördüğünüzde belki zamanında da Moskova Üniversitesi'nin bir öğrencisi olduğuma inanamazsınız ama öyle oldu. Ben Moskova Üniversitesi'nde okurken yanımıza Nazım Hikmet geldi. Bir konuşmasını yaptı ve üzerimizde büyük bir derin bir etki yarattı. Özellikle de ben etkilendim. Çünkü tam o zamanlarda benim hayatta ne yapacağıma karar vermeye çalışıyordum. Benim bölüm başkanım benim Türkolog olmamı istedi. Fakat ben Türkiye çok geride bir ülke. Ben neden Türkolog olayım? Hiç benlik bir iş değil diyerekten reddediyordum bu teklifleri. Daha çok Almanya tarihiyle ilgilenmek istiyordum. Yalnız Nazım'ı görünce dünyam değişti. Çok derinden etkilendim. Дело в том, что, конечно, я не хотел быть туркологом, потому что все-таки в нашей российской среде сложилось очень негативное отношение к Турции и к туркам. И мне казалось, что и в Турции примерно такое же негативное отношение к России того времени. Вот почему для меня образ человека, который всей душой любил Россию, всей душой старался донести до россиян, для русских, для советских людей вот это ощущение совсем иного подхода и отношения к нашей стране. Benim bu negatif bakışım Rusya'da Türkiye'ye karşı görüşünden kaynaklanıyordu. Türkiye o zamanlarda çok negatif bir şekilde algılanıyordu. Sevilmiyordu ve benim algılayışımda Türkiye'de de Rusya aynı şekilde negatif bir şekilde, olumsuz bir şekilde algılanıyordu. Ben de bundan korkuyordum. Fakat Nazım'ın Rusya'ya sevgisini görünce, onun en içten kalbinin en deriklerinden Rusya'yı sevmesi beni çok etkiledi. И хотя вот, значит, все-таки я занялся Турцией и стал преподавателем университета, и вот эту всю свою жизнь пытаюсь своим студентам привнести вот эту, я бы сказал, это дорогое для меня отношение Ататюрка, не столько Ататюрка, сколько, может быть, лучше всего выраженное поэтами, писателями Турции, отношение тепла и дружбы к нашей стране. Да? O günden beri Türkiye ile ilgileniyorum. Öğretim görevlisiyim. Ve o günden beri benim öğrencilerimin hepsine bu Türkiye sevgisini, Türkiye sevdasını aşılamaya çalışıyorum. Çünkü bu gerçekten çok önemli bir şeydir. Türk şairlerinin vatan sevgisi, Rusya'ya olan bu sevgi insanlara öğretmek çok önemlidir. И поэтому практически вот так получается, что до сих пор Назым Хикмет это мой соратник. В моих лекциях, в моих выступлениях, когда я пытаюсь объяснить, почему мы должны дружить с Турцией, почему мы должны хорошо относиться к турецкому народу. И эта идея сегодня уже не нуждается в том, чтобы я каждый раз об этом говорил. Я вижу сейчас совершенно изменившуюся ситуацию. И этому во многом была посвящена вся жизнь Назыма Хикмета.
Ve bu Türkiye sevgisini, sevdasını öğretmeye çalışırken Nazım Hikmet yanımda savaşıyor. Ama artık savaşmaya gerek yok. Çünkü günümüzde ben o sevgiyi görüyorum. Artık insanlar Türkiye'yi sevmeye başladı. Ve çoğunlukla Nazım Hikmet sayesinde. Поэтому большое спасибо за то, что вы приходите каждый раз, каждый год на могилу Назыма. И мы приходим, конечно, вместе с вами. И я думаю, что это тоже один из знаков нашего взаимного сближения наших стран и наших народов. Спасибо. Her sene Nazım Hikmet'in mezarının başında toplanıyoruz ve bu buluşma iki ülkemiz arasındaki yakınlaşmanın bir işaretidir.